Дело в том, что вы не учили меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе, этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столцах у нас произошло? А начинается отсюда, с издевательства над учительницей, и еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. Это в 4-м классе. Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников, описались то, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли, наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову отвернул бы щенку какому-то. В телефонах сидят там. Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что айфон, а телефон и прочие гаджеты в школе – это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они перестают, они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что он открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял. Было же сказано. Нет, одни рапорты. Недавно министр докладывал. Рапортует. У них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег. И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве Качановой, которая идеологию ведет. Это вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-родили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите –